Мы находимся на стоянке около учебного центра. Работникам этого здания парковаться здесь разрешено. А вот где парковаться не стоит вообще никому, расскажу прямо сейчас. Совершенно точно оставлять свою машину нельзя под запрещающими знаками. Каждый водитель должен знать элементарные правила дорожного движения. Ну а в Висмы чаще всего нарушители паркуются вдоль дорог, мешая проезду автобусов и другого транспорта, создавая аварийные ситуации. Они препятствуют движению маршрутных транспортных средств, в некоторых случаях мешают движению пешеходов, если останавливаются в зоне действия знаков пешеходных маршрутов. Напомню, за нарушение такого рода административным кодексом предусмотрены штрафы до 2000 рублей. А при эвакуации машины на штрафстоянку санкции могут достигать и 6000. Накануне трех нарушителей выявил совместный рейд с дорожно-патрульной службой. Согласно утвержденному плану, такие рейды будут проходить регулярно.